Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и, к сожалению, я вынужден сообщить, что до 11 числа новых выпусков не будет. К сожалению, все та же история, я буду вынужден покинуть страну, у меня срочная командировка. К сожалению, до 10 числа меня не будет на месте. Но как только прилечу, тут же приступлю к работе. А также хочу сделать маленький анонс, пользуясь случаем. Как некоторые могли заметить, четвертое аниме было вырезано из просматриваемых по одной причине. Дело в том, что я готовлю очень большой развернутый разбор плюс реакцию. Это будет совместное видео, одновременно реакция, одновременно обзор. Разбор и история создания конкретного одного аниме, просто величайшего шедевра, которое достучалось до меня в глубоком детстве, и пересматривая его, также стучится, и даже когда взрослее становишься, все сильнее стучится мне в дверь. Я хочу сделать на него большой разбор, и вот пока не скажу какое, но как прилечу, приступлю к созданию этого выпуска. Ну что могу еще сказать, я глубочайше извиняюсь за то, что придется на эти несколько дней прерывать выпуски. Но следующий запланированный выпуск будет 63-64 серия легендарного аниме «Легенда о героях галактики».